Физкульт, привет! С нами сегодня Павел Бадыров. И сегодня хотелось бы пообщаться на тему спорта и в том числе качалки, тяжелого железа для начинающих. Как ты считаешь, вообще в каком возрасте, когда лучше или правильнее начинать работу с отягощениями? Всем привет! Да не знаю, если честно. Я начал в 20 лет, считаю, что катастрофически поздно, так уж получилось, как бы, ну, вот... К тому моменту, конечно, можно было бы и раньше. Мне кажется, очень здорово, когда цепляет вот период полового вот этого созревания на гормональном этом взрыве, народ очень неплохо прогрессирует, как бы. Мне так кажется, потому что высокий уровень тестостерона природный, и я думаю, что это очень здорово помогает. Ну, на мой взгляд, качалка, как и, собственно, большая часть любых других физических упражнений, является всего лишь инструментом. И все зависит от цели, и можно использовать его практически в любом возрасте, в любом состоянии. Ну, если брать банальные цели, там, подкачаться, чтобы девочки на пляже там и так далее смотрели, насколько это вообще возможно, подкачаться в каких-то ограниченных условиях, то есть, когда нету денег на персонального тренера, нету возможности ходить в профессионально подготовленные залы, ну, вот, как ты считаешь, насколько это вот возможно какими-то минимальными средствами сделать? Да легко и непринужденно. На самом деле условия для того, чтобы приобрести приличнейшую форму, кондиции и все остальное, ну, начиная с того, что, конечно, тренироваться для того, чтобы понравиться девочкам, глупость несусветная. Во-первых, потому что вовсе не всем девочкам это нравится. Во-вторых, какая, собственно, разница, что нравится девочкам? Дело в том, чтобы очень важно, чтобы девочки тебе нравились. А уже, так сказать, нравишься ли ты, мы дело вторичное, да, как бы. В спорте, как показывает практика, это один из основных мотиваторов там в тяжелом. Ну, это, на мой взгляд, порочный и ошибочный, но ровно потому, что процент тех, кому нравятся накачанные парни, по-моему, отнюдь не выше, чем процент тех, кому нравятся совсем не накачанные парни и даже худые. Но еще раз говорю, в общем-то, здесь должен мужчина в определенной степени выбирать, а не ждать, пока он кому-то понравится. Поэтому не так это и важно. Ну, хрен с ним, сейчас не об этом. На самом деле, например, как я начинал, я там, когда начал заниматься, я начал с упражнений на школьной площадке. То есть это были брусья и турник. И я брал с собой сумку с гантелями и гирю, как бы, и, собственно, шел и отжимался, и подтягивался с отягощением. Начинал собственным весом, потихонечку добавляя отягощение. И надо сказать, что прилично прогрессировал из-за те, там, не знаю, месяца три, что я там позанимался, я и визуально изменился, я окреп очень креп, ну, так прилично. И я думаю, что можно было продолжать и продолжать. Ну, просто появилась возможность ходить в тренажерный зал, как бы, ну, тогда это не было тренажерным залом, но, так сказать, железом там со штангами заниматься и все остальное. А по сути, и с тем незамысловатым инвентарем можно было продолжать и прогрессировать еще и очень-очень. Я смотрю на ребят, которые занимаются воркаутом, к тому же. Ну, к примеру, да. Там среди них полно ребят в очень хороших кондициях. Мне, собственно, сам вид этот в значительной степени нравится. Мне очень нравится, что много умеют, как великолепно владеют своим телом и тому подобное. Поэтому вот турник, брусья, таких площадок можно и на улице найти. Я зимой занимался, как бы начал я осенью и до зимы занимался. То есть там погода, не погода, какая разница, мороз, не мороз. Там, в общем, все это можно, как бы никаких особых тепличных условий не надо. Смысл-то в чем? Прогресс тренировочный заключается... Ну, вообще, сама история тренировки, в чем она заключается? Надо создать некую ситуацию стрессовую для неких систем организма, которые выведут из состояния комфорта и, грубо говоря, напугают организм. Организм пугается, и, имея великолепное свойство под названием способность адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды, он начинает себя менять. Так вот, создавать пугающие для организма условия можно совершенно разными инструментами, и для этого вовсе не обязательно ходить в навороченные фитнес-клубы. Твоя задача просто сделать так, чтобы та или иная система организма испытала дефицит своих возможностей, столкнулась с этим дефицитом, и она будет вынуждена, грубо говоря, себя менять, чтобы банально выжить. И, по сути, ты можешь убить себя, довести до такого состояния, что, там, например, если разговор идет именно о опорно-двигательном аппарате, о мышцах, да, можно так это дело нагрузить, что, в общем, будешь меняться, и, в общем-то, не требуется для этого никаких сверхприспособ. Тренажер, по сути, ничего нового же не дает. Твоя задача просто довести мышцу до определенного состояния. А каким инструментом ты этого достигнешь? Ну, здесь комфортнее и удобнее, здесь менее комфортно, может быть, а может быть и нет. Большая часть людей, кто серьезно занимается железом и достигает больших результатов, все-таки предпочитает, например, работу со свободными весами, невзирая на наличие огромного количества хитрых навороченных тренажеров. Простые штанги и гантели
решает большую часть вопросов лучше, чем все остальное. Поэтому никаких сложностей не вижу. Есть очень много систем тренировок, как начинающему там спортсмену, да, выбрать из большого такого обилия там информации в интернете что-то правильное, что-то вот как это правильно проанализировать, как, потому что местами оно очень сильно противоречит друг другу, и там в одних роликах или в одних статьях пишут, что вот надо тренироваться именно так, в других точно не так. Вот мы сейчас научим правильно, вы там за месяц наберете 100 килограммов там и себе, и на штанге, и всякое такое. Ну, так. Не подскажешь, что? Где такой ролик? Ну, я тоже за соточку, да. За все годы близко не получилось, а тут я бы с удовольствием. На самом деле, мне кажется, что очень важно включать мозг. Дело в том, что сам принцип тренировочный, он, с одной стороны, очень сложный, но если глубоко ковыряться, с другой стороны, чрезвычайно прост. Я в двух словах его уже описал, к примеру. Да? И вот эта ситуация связана с тем, что живое существо умеет себя менять. И вот когда я веду какие-то там семинары, рассказываю, там простая вещь. Почему человек приходит в зал и рассчитывает то, что он благодаря каким-то тренировкам себя изменит? Задаешь этот вопрос и часто очень слышишь, так сказать, напряженное такое молчание, люди начинают впервые об этом задумываться. Потому что настолько привыкли, и это вполне естественно, пользоваться наработанными стереотипами, да, то есть даже думать не надо. Ты идешь в зал, там что-то все тренируются, что-то все меняют себя, значит, ты и тоже должен, как бы, да. А почему это происходит, особо не задумываешься. Я эти вопросы задавал даже серьезным спортсменам с хорошим стажем, как бы это ни было забавно, и у них это вызывает некоторые, так сказать, затруднения, они такие, бывает, впервые в этот момент задумываются, а что, собственно, происходит, что я там делал-то и из-за чего все. Я говорю, вот у меня есть машина, у нее, предположим, двигатель мощностью 200 лошадиных сил. Я хочу, чтобы он стал 250. Я начну 3 раза в неделю ее тренировать, как бы, да, нагружаю как следует, педалирую вовсю. Есть шанс, что она станет 250? Нет. Я говорю, а почему? Ты ходишь туда 3 раза в неделю, почему ты думаешь, что у тебя что-то изменится? О, а впервые вдруг задумывается, что оказывается, то он, оказывается, живое существо, которое умеет себя менять почему-то. И здесь мы возвращаемся вот к простой вот этой схеме, базовым тренировочным принципом, да, который заключается ровно в том, что вся тренировка – это, по сути, искусственное создание угрожающей среды, которая пугает те или иные системы организма. И организм вынужден себя к ним приспосабливать. Как простейшая аналогия, чтобы понять этот общий принцип, вот предложена была в свое время еще Мензером, когда он там писал какие-то свои книги, я увидел, мне очень понравилось, я ее активно использую. Это, собственно, солнечный загар. Когда ты выходишь на солнце, ты почему-то темнеешь. Почему это происходит? Это защита. Это тупо защита, потому что солнечная радиация агрессивна для организма, опасна. Там есть спектр определенного ультрафиолета, который опасен для тканей организма и все остальное. Так организм имеет инструмент защиты, он спасается. И когда он попадает на солнце, он подвергся агрессивному воздействию, пугающему организм, и он вынужден себя защищать. Слово «вынужден» является принципиальным. Организм ничего не делает зря. Вот и ты в таком виде сейчас окажешься на солнце, что у тебя загорит? Только то, что торчит. То, организм экономен настолько, что он не потратит ничего на то, что не требуется защищать. Он защитит ровно то. То есть у тебя вот руки будут, да, там, а вот тела нет. Хотя, казалось бы, меланин это вырабатывай, грубо говоря, да, и защищай. Ни хрена, организм чрезвычайно экономен. Задача организма – выживать. Для того, чтобы выжить, он должен обладать ресурсами. Любые адаптационные изменения требуют расхода ресурсов. Расходовать ресурсы организм не любит, но потому что это трата его потенциала. А ему в целом надо выживать, и он подвергается потенциально огромному количеству рисков, угроз, и он к ним ко всем должен быть готов. А тратить свой бюджет на то, на то, на сё, останешься, грубо говоря, без бабла и нечем будет закрывать. Да? Поэтому он не хочет тратить, он очень экономит. К примеру, еще тоже очень часто там говорю, ребята, с переломами сталкивались когда-нибудь? Кто-нибудь в гипсе ходил? Или хотя бы знакомые, кто оказывался в такой ситуации. Гипс снимаешь, что происходит с конечностью после того, как ты побыл там с какие-то смешные 2-3 недели? Вот такая рука, вот такая нога, вдруг неожиданно оказывается, что мышцы атрофировались. Организм содержал всю свою жизнь эти мышцы. Они у него работали верой и правдой многие годы. 2-3 недели бездействия, и организм понимает, дармоеды, кормить их нефиг. Он не тратит ничего лишнего, он страшно экономен. Организм ничего не любит, грубо говоря, тратить. Его основная задача – не потратить. И поэтому любые адаптационные изменения – это вещь, которая требует определенного расхода ресурсов. И поэтому они происходят только тогда, когда есть вменяемые угрозы. Если ты выйдешь вот сейчас зимой на улицу и постоишь там под этим солнцем хоть целый день, сильно загоришь?
Ровно потому, что не страшно, угрозы нет, слабое воздействие, ты к этому готов, и тебе не пугает, никакого загара не будет. Оказываешься на приличном солнце, произойдет, грубо говоря, вот это изменение, организм начнет себя менять, включив вот эти ресурсы, ну, грубо говоря, начнет их тратить. А почему? Потому что страшно, потому что то страшнее, чем потратить ресурсы. То есть все время вот такой идет вопрос, организм должен принять для себя решение, грубо говоря, что здесь опаснее, и защититься от наиболее опасного. То есть все время идет вот этот вопрос приоритетности. Да? Если там не страшно, я лучше сохраню ресурсы, они мне пригодятся для другого. Почему никогда нельзя там, ну, один раз там сходил в солярий, два там, чуть потемнел, останешься таким на всю жизнь? Почему? Точно нет. А потому что даже поддержание этой истории требует расхода ресурсов. А нахрена тратить, если они не востребованы? Ровно то же самое происходит с тренировочными результатами. Да? Ты когда что-то достиг, перестал тренироваться, спокойно, грубо, организм с этим расстается, потому что лишнее не надо ему. Но он на это, на все должен тратить какую-то энергию, свои ресурсы. Зачем? Поэтому, как аналогия с загаром, тренировочное воздействие – это стресс, который пугает организм, какую-то его систему или набор систем, и вынуждает организм себя менять за счет расхода собственных ресурсов и всего остального, только для того, чтобы защититься от той угрозы. Поэтому тренировка базовая должна быть достаточно пугающей, потому что если она не такова, это как на зимнем солнце постоять. Ты сходил в тренажерный зал, тоже многие ходят, записался в фитнес-клуб, думает, что у него прогресс пошел уже от этого. Да? Он пришел в тренажерный зал. Карточка появилась, и да, сразу пошел. Да. Селфи поделал на тренажерах, с улыбкой пошевелил рукоятки, типа, и уже выжидает там изменений каких-то. Да? Изменения будет тогда, когда реально будет тяжело. Потому что если не тяжело, система и так справляется. Рассмотрим наш опорно-двигательный аппарат мышцы. Грубо говоря, я, признаюсь честно, ежедневно употребляю еду. Работаю ложкой. Бицепс вовсю работает. Не заметил, чтобы рос. Вот реально смотришь на всех вокруг, тоже не растет бицепс. Почему? Потому что справляется с этой задачей легко и непринужденно. Нет у него, грубо говоря, никаких проблем, он с запасом. Да? Мы все ходим. Кто-нибудь замечал, что от нашей ходьбы непрерывно увеличиваются мышцы ног? Да потому что они справляются с этой задачей легко. Соответственно, для того, чтобы мы что-то изменили с точки зрения увеличения там, потенциала, в том числе мышечных объемов и все остальное, нам требуется создать ситуацию, которая будет пугать те системы организма, которые с этим должны плохо справляться, и тогда организм понимает, а если я не готов, а завтра это испытание будет еще сложнее, то я погибну. Только тогда организм начинает себя менять для того, чтобы, грубо говоря, спастись. Любая тренировка – это искусственное создание угрозы, и организм должен, так сказать, себя напрячь для того, чтобы подготовиться и выжить. Он все время выживает, у него одна задача – выжить. Он же не думает о том, что человеку захотелось, как ты говоришь, девочкам понравиться, или подготовиться к пляжному сезону, или там, не знаю, в штаны в какие-то влезть, или еще что-то. Он вообще понятия этого не имеет. Да? У него задача выживать. А мы его обманываем, создавая ему вокруг такие определенные рамки, которые заставляют его верить во все это дело и меняться. Так вот, рамки должны быть созданы такие, чтобы он поверил, что ему должно быть страшно. Как бы, да? Если ты этого не создал, то, собственно, никакого результата не достигнешь. Далее, параллель с тем же самым загаром. Ты купил жетон солярий, и с непривычки он тебя хорошо торкнул. Ты покраснел там, типа, организм понял, вау, страшно, потемнел. Через неделю пришел, еще раз, потемнел. Еще через неделю пришел, а ты уже темный. И этот жетон тебя уже не пуганул. И потом пришел, и опять не пуганул. Будешь дальше темнеть? Не, не будешь. А потому что уже адаптировался до этого уровня угрозы, и тебе уже не страшно. Та же самая хрень с тренировочными нагрузками, с тренировочными заданиями. Да, ты, грубо говоря, какую-то нагрузку испытал, и организм, вау, я с таким никогда не сталкивался, вау, страшно, а вдруг завтра там, я не смогу отодвинуть камни от пещеры и скрыться от тигра, который за мной гонится, да, грубо говоря, значит, надо стать сильнее. Стал. Но ты стал справляться с этим камнем. Если ты пожал, грубо говоря, в первый раз там, 50 килограммов, и для тебя это было тяжело, через какое-то время потренировался, начал жать там, 70 килограммов, ну, абстрактно, да, то ты не будешь потом с тем же 70 килограммами работать, и все время будет там расти твои результаты. Ну, потому что и так ты уже с этой задачей справляешься. Уже как бы ты адаптировался, спасся. А ресурсы тратить неохота, да, возвращаемся к тому, что организм не очень хочет тратить ресурсы. Все, минимально необходимая планка достигнута для решения этой задачи. Больше на тебя, так сказать, тратить не будет. И, соответственно, тренировочная история заключается в том, что ты должен, грубо говоря, создавать все время условия, которые являются пугающими. Как это происходит во временном интервале? Да? Любая тренировка – это ущерб организму, это разрушение организма. Тоже очень интересный момент. На уровне бодибилдеров часто допускается ошибка, которая даже в лексике прослеживается. И это, кстати, приводит к большому количеству тренировочных ошибок. Люди, когда идут бодибилдеры тренироваться, очень часто спрашивают, что ты сегодня делаешь? Он такой, я делаю сегодня грудь, я делаю сегодня ноги, я делаю сегодня спину. Фраза знакомая.
О чем это говорит? Он в зале делает грудь. Так вот, фигня. В зале он разрушает грудь. Он ее не делает. Он ее рушит. Ноги точно так же и тому подобное. Но если ты думаешь, что ты там делаешь, то возникает реальное ощущение, что чем больше ты делаешь, тем больше ты сделаешь. Тем больше она вырастет, тем больше у тебя будет прогресс. Хренушки. Ты растешь-то не там, а потом, когда ты уже, организм, столкнувшись с этой угрозой, испугавшись, начинает тебя во время отдыха восстанавливать. Тренировка – это разрушение, которое пугает организм, показывает ему его несостоятельность в том или ином его качестве, в той или иной его кондиции. Да? И организм, делая определенные выводы, имея миллионы лет эволюции за спиной и умея себя приспосабливать, делает совершенно логичные, оправданные шаги для того, чтобы себя обезопасить. Первое – он восстанавливает то, что было разрушено. Если было разрушено, либо потрачено, энергетические ресурсы, которые были там, вот, грубо говоря, то, чем, за счет чего происходила тренировка, он все это восполняет. Этот процесс называется восстановление. Починиться, да, грубо говоря, мы разрушились, пострадали, скорее всего, восполнить. А дальше вот включается именно тот механизм, который собственно, дает нам возможность тренироваться. Включается так называемая история под названием сверхвосстановление. Да? То есть мы делаем шажок вверх чуть-чуть. На всякий случай запасиков сделаю побольше, для того, чтобы, грубо говоря, этот потенциал этой системы был выше. И именно этот момент является как бы основой построения всего тренировочного процесса. И после чего организм начинает все время смотреть, а то, что я сделал, пригодилось или нет. Если это не пригодилось, то происходит то, что ты позагорал один раз, и через некоторое время перестал быть темным. Да? То есть ты, грубо говоря, понимаешь, что это нифига больше не надо. И вот это твое приобретенное некое новое качество, некий твой новый уровень, организм с ним расстается. Происходит так называемая дезадаптация. Первый этап – адаптация, то есть ты приспособился и, грубо говоря, стал лучше, совершеннее в каком-то качестве. А потом, если ничего повторного не происходит, организм понимает, что это было, ну, уже не нужно. И он дезадаптируется, возвращается на свой, грубо говоря, первоначальный уровень. Ну, статус какой-то, да, где ему комфортно. И все. Соответственно, нам надо таким образом организовать тренировочный процесс, чтобы мы, создали вот эту угрозу, которая привела бы к тому, чтобы появилась вот эта сверхадаптация. А потом еще и вовремя была проведена очередная тренировка, чтобы как минимум показать ему, что эта сверхадаптация не была лишней, а по возможности нагрузить его так, чтобы он опять понял, что ему и дальше надо адаптироваться. Это, грубо говоря, и позволит нам иметь некий поступательный прогресс такой, да, в тренировочных всех этих вещах. Что важно, торопиться опять-таки тоже нельзя, да, потому что все адаптационные изменения чисто биохимически, вот физиологически занимают определенное время. Это не происходит вот так. Загар. Вот ты, например, с утра позагорал. Что происходит к моменту, когда ты закончил загар? Хорошо, твой потенциал ты снизил, твоя защита от солнца хуже в этот момент, чем была до того, как ты начал загорать. Если после двухчасового пребывания на хорошем жарком солнце тебе предложить потом еще 2 часа, а ты не загорелый, да, то ты сгоришь с большой степенью вероятности, потому что к первому-то эпизоду у тебя хоть какие-то ресурсы были защитные, а ко второму ты их уже потратил. Это вот к разговору о том, что тренировка расходует ресурсы, да, она разрушает. И дальше ты слабее. И требуется какое-то время, чтобы это починить и вернуть хотя бы к статусу. А потом тебя, грубо говоря, возвращают к тому, что появляется меланин, там, да, то есть тебя делают повыше. Так вот, если ты вдруг, не дай бог, недооценил все это дело и решил ускориться, а я хочу большего результата, и пошел позагорал раньше, чем это произошло, то ты прилетишь в то, что ты сгоришь, грубо говоря. Да, и вместо тренировки ты провалишься. То же самое с тренировочным воздействием. Если ты либо чрезвычайно много нагрузился и превысил свои вот эти возможности адаптационные, ты банально перетренируешься, сломаешься, перенапряжешься. Либо если ты начнешь крепко и сильно и часто тренироваться, ты опять-таки не дашь организму восстанавливаться. И есть даже такие графики смешные, да, вот как выглядит вот этот процесс тренировки, восстановления, сверхвосстановления. Точка первая, потом падаешь вниз, это тренировка, то есть ты уменьшаешь потенциал, потом возвращаешься до того же уровня, это восстановление, потом немножко кверху, это сверхвосстановление, а потом через какое-то время дезадаптация. И возврат опять-таки, ну такая вот волна, оп, чуть-чуть повыше, и опять на тот же уровень. Так вот, если на горочке ты опять сделал тренировку, ты в следующий раз окажешься с такой же ямкой, но уже чуть повыше, еще, и, грубо говоря, твоя тренировочная, так сказать, история приведет к тому, что ты начнешь в этом качестве прогрессировать. Но если ты будешь делать тренировки очень редко, то ты будешь каждый раз начинать опять-таки вот этой же точки и возвращаться туда же, ну, будет там один раз в месяц ты ходишь в солярий, к концу лета ты вряд ли потемнеешь, как бы, да, ты будешь все время на таком там слегка-слегка, грубо говоря, там потемнее, посветлее, ну, в общем, вот так вот будешь колебаться. А если ты начнешь слишком часто это делать, то ты начнешь себя ловить на тот момент, когда ты еще восстановиться не успел, и ты опять его разрушил.
а потом ты его опять разрушил, ты вообще разрушишь себя. То есть фактически очень частые тренировки, очень интенсивные, приводят к тому, что ты не даешь сам себе восстановиться. Так вот, построение тренировочного процесса упирается в основу вот этих принципов простейших, да, то есть, собственно, создать испытание, к которому организм слабо подготовлен, то есть надо его реально напугать, дать ему достаточное время для того, чтобы он сумел себя починить и сделал посильнее, но не слишком большое для того, чтобы он опять не вернулся к исходному положению. И опять создать такого рода нагрузку. Вот весь принцип. Это с точки зрения, например, всяких рекомендаций по поводу частоты интенсивности тренировок. Он должен быть пропускаться через фильтр простейших вот таких вот логических рассуждений. Если ты видишь какую-то схему, где тебе образно предлагают бомбить каждый день до упора там, в полном изнеможении, то это явно какая-то хрень, потому что организм должен иметь время для восстановления, сверхвосстановления. Если тебе предлагают один раз в месяц тренироваться, то, наверное, тоже понимаешь, что ты, грубо говоря, потренировался, там, адаптировался, сверхадаптировался, а потом ты опять уйдешь в ноль. И все упирается в то, чтобы ты ознакомился со сроками физиологической реакции организма на вот эти нагрузки и, собственно, на вот эти все процессы восстановления. И ты начинаешь дальше уже ковырять относительно вот этих вещей, начинаешь узнавать. Во-первых, очень любят люди задать вопрос, а за сколько человек восстанавливается после тренировки? И самое забавное, что очень часто слышишь ответы конкретные. За 2 дня, или там, за 3 дня, или за 1, или за сколько-то или часов. Или за неделю, да. Не суть. Называется срок. И возникает сразу же вопрос, а о чем мы говорили? О каком восстановлении? Дело в том, что любая тренировка, любое тренировочное воздействие, это воздействие на целый ряд систем организма, каждый из которых имеет свой срок восстановления. И они разные. Если взять, например, силовую тренировку, мы расходуем энергию для того, чтобы потратить, начиная с креатин-фосфата, который у нас в мышцах в момент тренировочного воздействия как бы работает. Да? Там долгая история биохимическая, как он восстанавливает АТФ для того, чтобы производить собственно мышечные сокращения, но не суть. Креатин-фосфат мы расходуем. Сколько времени восстанавливается креатин-фосфат? 3 минуты примерно. Ты через 3 минуты уже восстановлен. С точки зрения какого-то вопроса, а сколько тебе надо времени для восстановления, применительно к этому компоненту 3 минуты. Но это не значит, что надо тренироваться каждые 3 минуты, да? Я к тому, что один из компонентов участвующих восстанавливается за 3 минуты. Следующий момент. Мы тратим, например, углеводы в виде гликогена, мышечного и все остальное. Сколько времени восстанавливается гликоген? Там, в зависимости от ситуации, там, день, 2, 3. Это время на восстановление вот этих энергетических запасов, да? Сколько времени надо для того, чтобы восстановиться? 2 дня. С точки зрения гликогена? Да. И ты вернул. И даже, скорее всего, пополнил эти запасы, их даже может стать чуть больше, чем было. Ну, вот сверхвосстановление, ты немножко напитался, да, как бы там весь такой заряженный гликогеном. Говорит ли это о том, что ты полноценно восстановился? Не факт, потому что в процессе тренировки задействованы еще и сократительные мышечные структуры, которые, собственно, и сами сокращают мышцу. А это структуры, которые тоже страдают. И если происходит их разрушение, интенсивная силовая тренировка приводит к таким процессам, то они восстанавливаются существенно дольше. Это может уже достигать порядка недели. И поэтому, когда мы говорим вопрос о восстановлении, если тренировка не была тяжелой, интенсивной с точки зрения больших усилий, она была, например, интенсивная, но, грубо говоря, не требовала очень высокого мышечного напряжения, да, то есть такая работа многоповторная, там какая-то еще что-то, ты через 2 дня уже восстановлен, и можешь такие тренировки приводить каждые 2 дня. А тяжелая силовая тренировка потребует около недели восстановления на конкретную мышечную группу для того, чтобы именно сократительные структуры восстановились. И поэтому весь тот же график будет уже применительно к этому качеству. Поэтому тренировки будем строить, исходя из того, что конкретно мы тренируем, понимая примерно вот эти сроки, исходя из этого, можно построить более-менее грамотную тренировочную тактику. Наверняка слышал такой термин, как восстановительные тренировки. Я в свое время с ним столкнулся, когда был выступающим спортсменом, и тренер вдруг сказал, а давай ты будешь не все тренировки убиваться. Тогда был 100% подход, что типа каждая тренировка, ты должен реально убиться, потому что если ты из тренировки вышел живой, то ты, значит, неполноценно потренировался. Зря. Да. И вот я говорю, как это? Ну вот эту тренировку будем делать легкую. Ты будешь делать не до упора, не, так сказать, до отказа, с меньшими весами. Это будет такая, что за тренировка? Это вообще не тренировка, но это как-то вот... Что а ты тренировался, что радио послушал, как бы, нахрена надо, да? Надо. И на тот момент я был далек от всех вот этих теоретических, так сказать, знаний, вообще ничего этого не знал. Ну, как и большая часть спортсменов, приходил, что-то кто-то показывает, что-то говорит, давай делать так же, да, там. И, собственно, вот такой был уровень подхода. Я мастер спорта стал на таком уровне, ничего не понимая, как бы, да, там. И большая часть людей таких, как бы, на самом деле. Много очень спортсменов ничего не знает, достигает международника,
которые даже базовых принципов тренировочного процесса не знают, ну, потому что попадают в тему, где им говорят, как делать, и более-менее все правильно происходит, и, в общем, все пошло. Вот. Так вот, он говорит, давай все-таки вот будем делать вот так. И я тогда тренировал жим два раза в неделю. У меня такой вышел режим, что именно жим я делал два раза в неделю. Я как раз по жиму тогда выступал. У меня были две тренировки. И до этого я делал две тренировки, каждая из них была. Вау, от души, да, там выложился, там, фух. Вторая тоже. Небольшие были объемы, но на приличных весах и всегда был до отказа. Да, такой тренинг отозной. То есть я реально там на следующий день там болит, такой весь я измочаленный. И он, давай одну из этих тренировок делать легкую. Блин, психологически крайне было сложно себя заставить. Я реально там страдал, там, ну, дурака валяешь, тренировка, в общем, потеряна зря. Но через месяц я вдруг неожиданно начал прогрессировать. Я вдруг начал в этих основных тренировках понимать, что сила-то поперла. И теперь я понимаю, что все было как раз-таки абсолютно логично. Потому что если брать разрушение вот этих вот сократительных мышечных структур, которые происходили при этих тренировках, которые я проводил, то, собственно, им восстанавливаться больше, чем, так сказать, до следующей тренировки было. Им надо было около недели восстанавливаться. А я следующей своей тренировкой мешал им восстанавливаться. И невзирая на то, что мы использовали в том числе вспомогательную всякую, грубо говоря, фармакологию, которая помогает этим вообще, она тоже не волшебная. И невзирая ни на что, она не может это сделать вот так. И ты фактически сам себе мешал восстановлению. Ты делал силовую тренировку интенсивную, через там пару дней делал ее еще раз, и делал это в тот момент, когда ты еще даже не успел восстановиться. Ты опять его разрушал, как бы, да, вот все, весь свой потенциал. И ты не давал ему расти. Появилась легкая тренировка. В чем принципиальное отличие легкой тренировки? Она не разрушает. А нахрен она нужна, спрашивается? Ну, можно же вообще без нее обойтись. Есть еще интересный момент. Помнишь, мы говорили про то, что восстановление энергии происходит, энергетического баланса, да, то есть вот гликоген и все такое. Так вот, если ты гликоген не тратишь, то он дезадаптируется, грубо говоря, через неделю и опять возвращается к исходному состоянию. Он уже успевает пройти цикл от минуса к плюсу и в ноль, а силовая хрень успевает, вот сократительная, только выйти на сверхвосстановление через неделю. В результате через неделю ты по силе лучше, а по энергии ты, грубо говоря, опять такой же, как и был. Так вот, восстановительная тренировка, на самом деле, в том числе, один из ее эффектов, она дает возможность немножко подстегнуть гликогенчик, потому что он еще раз успевает сделать этот цикл, и к тренировке к силовой он подходит на приподнятом уровне, и ты немножко энергетически получше заряжен. Поэтому силовые тренировки, восстановительные тренировки, так называемые, легкие, да, они на самом деле дают определенный эффект, и ты, бах, неожиданно достигаешь большего, так сказать, прогресса. А почему? Ровно потому, что ты начинаешь учитывать разные скорости восстановления разных составляющих твоего собственного потенциала, да, то есть там и сократительные структуры, и энергия, там и все. Дальше. Мы забываем еще про такой момент, о котором я не упомянул. Центральная нервная система, которая всем управляет, она тоже... А на самом деле напрягается и тоже восстанавливается. И тоже им требуется определенное время отдыха. У меня был период в жизни, когда я один раз крепко очень нарвался, не учитывая этот момент. Я находился в великолепной форме силовой тогда. Жал лежа, я вот выступал и все остальное. И я, находясь в паузе между соревнованиями, через 2 месяца после соревнований, то есть если, ну, опять-таки, мы же не лицемерим, да, я использовал определенные средства для подготовки соревнований. Они прошли, бросаешь. Ну, как бы, да, там, закончился курс подготовки. Через 2 месяца их действия практически уже там никакого нет. Ну, в общем, грубо говоря, ты уже не испытываешь, вот, так сказать, эффекта от них. Так вот, я через 2 месяца после соревнований находился для себя на очень хорошем уровне, многоповторном. Тоже одна из фишек тренировочных очень интересных. Когда заканчивается подготовка к соревнованиям, я сваливался на многоповторку, потому что ты психологически так себя обманываешь. Ты, уходя с вот этих всех подготовительных мероприятий, слабеешь после соревнований. Нельзя находиться постоянно на пике формы, невозможно. А это психологически тяжело. Ты вчера вот с этим весом хорошо поднимал, там образно, там на 5 повторений. Вот этот вес. А теперь ты, грубо говоря, 4 не можешь, а через там, месяц там, 3 уже кое-как, потом 2, и, грубо говоря, ты слабеешь. Грузит психологически, ну реально не хочется, да, таким быть. И ты берешь и уходишь на другие повторы. Ты меняешь вес и начинаешь работать на 10, на 12, на 14, на 15 повторений. И самое, что интересное, та работа является непривычной, и она напрямую не коррелирует с тем силовым уровнем, который ты имел перед соревнованиями. У тебя нет прямой связи. Образно, если вспоминать те свои веса, на которых я тогда работал, да, ты подходишь, например, там 220 там, на 6, я там жал тогда, да, ну, к примеру, да, а сваливаешься на 180.
и 180 ты работаешь на совершенно других повторениях, и прямой корреляции нет. А что интересно, даже когда ты теряешь в целом собственный потенциал, ты привыкаешь, адаптируешься к многоповторке, и за счет этого ты немножко компенсируешь общее падение дури. Ты привыкаешь к новой для себя работе, как бы, да, то есть ты немножко лучше в этом компоненте оказываешься. И ты не замечаешь вот этого снижения. Ты вроде после соревнований, когда жал на больших весах, первый раз пожал 180, и это получилось образно 10-12 повторений, к примеру. К примеру, это я так, да? Ровно потому, что ты на больших повторах давно не работал, и ты отвык от этого режима работы. А через какое-то время ты можешь и через 2 месяца поднимать чуть ли не больше 180, не 220. 220 тебе по весу сейчас задавит, ну, тяжело будет, да? А 180 продолжаешь поднимать на больших повторениях. Вот у меня как раз был такой момент, была идеальная фактически форма. Я через 2 месяца поднимал 180 на 15 раз. У меня были такие тренировки. Как бы, ну, реально было для меня круто. При весе 109 килограммов примерно тогда были такие хорошие конецы. И я влез в подготовку к следующим соревнованиям. Включил опять-таки инструменты дополнительные, которые помогали как бы набирать результаты. Но начитался всякой хрени, что у меня очень приличный многоповторный потенциал, я достаточно неплохо жму на разы, и я его плохо реализую в одноразовом, так сказать, вещи. Я потому что всю жизнь не был профессиональным пауэрлифтером, я все-таки свой кайф занимался, а мне вот такая мощностная работа на разы, там, на 10 повторений, всегда очень нравилась. Такое какое-то ощущение мощи было. И я как бы понимал, что вот это я плохо трансформирую к соревнованиям в один раз. То есть при тех моих повторениях я бы должен был жать побольше. Потому что те, кто жмут со мной примерно одинаково, в многоповторке мне, как правило, проигрывали. То есть они, в общем-то, жали на меньшее количество раз, как бы и все. То есть я понимаю, что как бы некая фундаментная такая база у меня большая, я ее плохо реализую вот в этот силовой пик. Думаю, дай-ка я попробую себя приучить именно к работе на очень больших весах. И, начитавшись всякой хрени в интернете, значит, решил включать в тренировки съемы с очень большими весами, именно снять, подержать в руках, грубо говоря, да, то есть я на стойке, которая для приседа с ограничителями, вот с этими, с такими большими, да, там, ну, в раме силовой, клал штангу, подводил под нее скамейку, ну, и выбирал высоту такую, что я мог снять там 1-1.5 сантиметра, ну, просто оторвать едва, то есть вот руки на полном выпрямлении едва ее снимали с этих упоров, то есть ты лежишь, практически уже почти прямые руки, осталось их чуть-чуть включить. И я вот провел такую тренировку, даже ее запомнил. Я снял 310 килограммов, там поднял, оторвал, как бы, да, вот. Причем это никаких маек, ничего не было, это все было вот просто так. Я думаю, через неделю, причем тренировка заключалась вот именно в такой проходке. Идешь до максимального, доходишь до максимального веса, ну, добавляешь, ты же не знаешь, какой у тебя вес, там, надо добавить, снял еще раз, тейнс, там, размялся, и после чего одноповторными такими вещами шел до вот этого максимального веса, снял. Думаю, в следующий раз под скамейку подкладывал червонцы, причем еще динамовские такие, как бы такие, толстенькие такие, да, и ты становился там 1-2 сантиметра, как бы, выше, и, соответственно, амплитуда увеличилась, знаете, там, примерно 2.5 сантиметра. Начинаю дожимать, хоп, поменьше уже дожимать, потому что амплитудка побольше. А на следующую тренировку через неделю я еще кладу по червонцу и становлюсь уже на 5 сантиметров выше примерно в сравнении с тем, что было на первой тренировке. И еще снимаю. И на третьей тренировке уже 3 таких червонца. Да? То есть вот так вот я решил раз в неделю добавлять как бы высоты скамейки, увеличивая амплитуду. И вдруг неожиданно понимаю, что какой-то вес я снимаю, в общем-то, уже не очень чтобы и большой. При том, что понимаю, что амплитуда как бы стала выше, но как-то вот, мне кажется, что-то не то. В сравнении с теми, что было, такое какое-то некое внутреннее ощущение, что вот не то. Думаю, дай-ка я вернусь к обычному на повторке, отдохну от этих вот всех тренировок. Вешаю свои 180 килограммов и жму на 8 раз. Я провел 4 тренировки примерно месяц, включив инструменты, помогающие, да, там, как бы, твоему силовому прогрессу. В многоповторке я свалился просто в никуда. Ну, в сравнении с тем потенциалом. Просто убит было. При том, что я понимаю, мышцы все на месте. Никуда не растерял, масса вся на месте, связки все на месте, все есть. Чем работать есть, сигнал не идет. Я не могу послать достаточного сигнала, чтобы это дело включить. Мозг не работает, ну, центральная нервная система переутомилась. Я через несколько лет узнал, что примерно при работе на околопредельных напряжениях центральная нервная система может восстанавливаться дней 10. А я начал эту всю историю, грубо говоря, делать раз в неделю. Раз выдержала, два выдержала, кое-как, три уже сбой пошел, и я в перетрен ушел. 1.5 месяца я из этой ямы вылезал, тупо снизив нагрузки, полувосстановительные тренировки такие проводил. Я вообще ничего не мог поднимать. Вот не поднимается, все, нет сил.
Потом через полтора примерно месяца вдруг бух, и как прорыв, и как пелена какая-то ушла, оп, пошел сигнал, и все. Только я профукал, грубо говоря, там примерно 2,5 месяца подготовки к соревнованию, вышел примерно на том уровне, как, грубо говоря, начинал. И за счет этого не спрогрессировал ни хрена, выступил там слабовато. Ни о чем, не о том речь. О том, что еще один компонент надо учитывать, это центральная нервная система. Если работаешь на больших напряжениях, то она может требовать еще большего восстановления. И такого рода околопредельные тренировки надо проводить еще реже, чтобы не загнать себя в перетрен именно по центральной нервной системе. Поэтому тренировочный процесс и выстраиваешь, исходя из этого. Да? То есть есть определенные сроки, которые требуются. Эти сроки, они для разных? Конечно, они разные. Да, их надо ловить. Конечно, все люди разные. Ну, очевидно, один хорошо загорает, другой хреново загорает. Даже вот на этом примере видно, что абсолютно разные реакции. Один не успел побывать, и тык-тык-тык, и потемнело. Другому как бы это дается, и надо медленно. Тоже, естественно, все индивидуально. Но, естественно, есть все равно некая вот эта биохимически заданная история, да, которая вот разворачивание этих процессов занимает определенное время. И надо их ловить и понимать, что ты там интенсивные силовые тренировки, ну, каждый день делать не надо бы, ну, потому что, скорее всего, ты не восстановишься. Хотя есть и такие схемы, какие-то очень странно действующие, даже на серьезном соревновательном уровне там люди работали. Тот же Абаджи в тяжелой атлетике, например, там работал, они, ну, тренер, да, который там в Болгарии ставил, как бы они, по-моему, каждый день тренировались, кроме, по-моему, воскресенья, и каждый раз ходили на большие веса. Каким-то образом вот у них эта схема работала, другие какие-то механизмы включались, я их не очень понимаю, поэтому ничего на эту тему говорить не буду, но результаты говорили сами за себя. Они были очень крутые в тяжелой атлетике. Вот. Для меня непонятно, как бы, но есть и такие вещи. То есть я не берусь утверждать, что то, что я вещаю, является единственной верной историей. Но она, по крайней мере, несет под собой вполне понимаемую логику, связанную с, в общем-то, на сегодняшний момент вполне известной, так сказать, биохимией, вот этими всеми процессами. Не вдаваясь глубоко, общая схема такая, что энергетические ресурсы восстанавливаются достаточно быстро. Поэтому если тренировка, грубо говоря, не требует околопредельных напряжений, когда уже глаза из орбит, там и все такое явно уже образно там, жилы рвутся, как говорят, да, то ты, скорее всего, не сильно травмировал сократительные структуры. И такого рода тренировки можно проводить чаще. Почему народ там тренируется весьма часто там, и вроде бы восстанавливается? По энергетике все хорошо. Но если это касается дела сократительных мышечных структур, интенсивная силовая работа, тяжелая, да, то надо больше времени для восстановления, потому что иначе ты просто будешь мешать себе прогрессировать. И будет то, что происходит со многими бодибилдерами, которые приходят. Я сегодня делаю грудь, соответственно, чем больше я делаю, тем больше я расту. Чем чаще я делаю, тем больше я расту. Да? Там много и часто тренируются, в результате как бы не достигают результата. Откуда, кстати, пошла тема со сплитом, так называемым, известным. Да? Ну, слышал термин в бодибилдинге сплит. Тренировка делится по группам мышц. И ты, грубо говоря, сегодня делаешь там руки, завтра ты делаешь ноги, там послезавтра плечи, там неважно. Вариант этот видел, не знал, как называется. Сплит деление, да? По сути, общая-то как раз идея для того, чтобы увеличить время между такого рода однотипными тренировками на одну и ту же группу мышц. Потому что первое, с чего обычно все начинаются, это так называемые тренировки там все тело, full body, да, то есть мы потренировали основные группы мышц, я тоже там тренировал там 5 групп мышц, там ноги, спина, грудь, руки там, ну, в общем, грубо, да, там потренировал за одну тренировку. А потом понимаешь, что, конечно, во-первых, если силовая тяжелая тренировка, то надо время больше восстановления, да, но и проще разделить, и за счет этого ты каждую из этих мышечных групп на тренировке ты сумеешь как следует нагрузить, потому что на самом деле много мышечных групп за одну тренировку нагрузить тяжело, последним уже просто сил не хватает, ну и психологически выматываешься, и все, ты уже меньше, так сказать, работаешь менее качественно на последних как бы, мышечных группах, выдернул из нее часть, за одну группу мышц, грубо говоря, можно тренировку так уфигарить, что будьте любезны. А она в следующий раз у тебя попадется в твоем сплите через неделю. Так вот это как раз время для того, чтобы именно эта группа мышц потихонечку за это время восстановилась. Как бы, да? За это время ты тренируешь другие, откуда и появляется эта история, как бы, связанная там, с разделением тренировочного процесса. Вот, и поэтому, конечно, бодибилдеры вовсе не все, это я уж так говорю, там, типа, но многие, кто ходит в тренажер зал, все стремятся почаще, побольше, и за счет этого загоняют себя в перетрен. И я слышал даже такую чуть ли не аналитику была, что порядка 70% непрогрессирующих людей не прогрессируют благодаря пере, а не недо. Они перебирают, а не недобирают. Они как раз перебирают, этим и мешают себе прогрессировать. Вот, поэтому небольшие объемы и не очень частые тренировки неожиданно для этих людей оказывается вдруг вау, поперло. То есть он пахал, так вот он перепахал, и в результате сам себе мешает. Все время ходит и, грубо говоря, себя обламывает. Он хочет прогрессировать, и сам себе не дает, как бы подзатыльники себе выдает, вместо того, чтобы расти. Как бы. Это простая базовая схема, которая объясняет общие принципы тренировочные. Они, ну, видишь, сам очень простые, да?
И под это дело любой тренировочный совет, любая тренировочная методика, надо просто через призму простых вот этих базовых вещей смотреть. Если они начинают вступать в какое-то явное противоречие, это должно настораживать. Это опять-таки не говорить уж 100%, что это полная хиня, но это, по крайней мере, повод для анализа и подуточнить, а, собственно, на чем основывается. Обоснуй. Категорически не люблю схемы, когда люди тренируют и говорят, там, Вася пожил, Вася знает, поэтому, значит, делайте как Вася. Хрен знает, что там у Васи в голове, какая у него, грубо говоря, генетика, чем он там питается, чем он там ширяется, как бы, да, ну, хрен знает, вот приходит и что-то нам вещает. Насколько он вообще правду говорит, как он тренируется. Многие же люди как бы тренируются одним образом, рассказывают совершенно по-другому. И тоже не редкость на самом деле. Поэтому тут надо ковырять именно уже подробнее, обоснуй. Если ты видишь какую-то логику, ты начинаешь ее уже анализировать и пытаться понять, опять-таки накладывая на простые базовые представления о том, что в организме происходит. Если вот этих вещей не знать, то совсем тяжело, ты грубо говоря, вообще блуждающий в потемках. Как только ты в голове вот это все уложил, а это просто, да, вот мы обсудили это, заняло не так много времени, то это, собственно, тебе уже дает некий азимут. Ты понимаешь, что двигаться к какой-то точке надо не просто, а куда-нибудь я пойду, а уже понимаешь какое-то общее направление. И когда тебе дают совет другой, который явно с этим делом не совпадает, ты уже понимаешь, что что-то с этим советом, скорее всего, не так. Есть у меня даже такая образная история, как рассказываю, как двигаться из точки А в точку Б с точки зрения достижения результата. Да? Есть разные способы. И если провести параллель, то, например, как называется улица, где мы сейчас находимся? Чудновского. Чудновского, да? И вот я нахожусь там на Луначарского, например, да, живу. И моя задача оказаться на Чудновском. Причем ты мне сказал адрес, и более того, я видел на фотографии, что около вот этого места есть машина. И у меня тут тоже есть машина. Я сажусь в машину и еду. Я же видел, у Чудновского тоже машины бывают. Поэтому, если я на машине поеду, наверняка попаду к Чудновского. Вот примерно такая же логика у человека, который приходит в зал и начинает что-то делать. Ну, я же вижу, в зале что-то делают. Значит, наверное, я, если что-то поделаю, то, наверное, тоже стану тем, как те, которые что-то делают. Как бы, да, это вот вариант номер один такой. Идти непонятно куда, потому что, ну, вроде бы, вот он тоже железяк, и он вроде бы выглядит так, как мне хотелось бы. Наверное, я подсмотрю, что он делает. Что он делает в этот момент, для чего он делает, я вообще не задумываюсь, я буду делать так же. Ну, и, собственно, это я поехал куда-то в никуда. Это вариант номер один. Вариант номер два – подойти к специалисту, типа там, к опытному, да, знатоку, и спросить. Примерно то же самое, как я выехал из своего дома, остановился, говорю, слушайте, ребята, а на Чудновского как проехать? И один Вася мне скажет, вот туда, туда, направо, направо, а другой говорит, блин, вот туда, 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 туда. Блин, кто из них прав? Хрен знает, оба говорят уверенно. Такие же два специалиста тебе попадутся в зале, будет один говорить, берешь 100 килограмм, поднимаешь на один раз, другой говорит, берешь 1 килограмм, поднимаешь 100 раз. Кто прав? Хрен знает, если ты в этом деле не ориентируешься, да? Так вот, когда ты знаешь азимут, это вот та история, которую вот только что я рассказал, да, некие представления базовые, да, ты сразу начинаешь понимать, что тот прохожий, который тебе говорил туда-туда-туда, он явно какую-то хрень говорит, потому что я знаю, что, ну, говоря Чудновского, у нас вот в том направлении. И я еще конкретно улиц, как туда доехать, не знаю, но понимаю, что не там точно. Ну, вот точно, да. Ты сразу же отсеиваешь целую кучу идиотских советов, когда вот эти вещи в голове уложил, да. А следующая история, это, грубо говоря, я же могу достать карту, раньше же все ездили с картами, да, найти свою точку, ну, начать раскрывать. Я до сих пор не брезгаю. Вот, открываешь с той стороны карты, там есть классификатор улиц, там по алфавиту ищешь, квадрат такой-то, ага, квадрат здесь, горизонталь, это нашел точку, опа, я здесь, а, грубо говоря, да, куда мне надо там, Чудновского, где она там, находишь там, ага, опа, нашел на карте одно, второе, и начинаешь прокладывать. А какую сторону я еду, по Луначарскому, в ту или в эту? Так, по домам смотрим, какие улицы попадаются. Хоп, сориентир, в ту. И начинаешь дальше строить маршрут, поглядывая по улицам. Вот это та же хрень, как человек, начинающий самостоятельно изучать, грубо говоря, тренировочный процесс. Он начинает уже ориентироваться. Он понимает направление. Он уже выбрал, куда ему хочется. Он понимает, где он находится. И начинает, грубо говоря, читать какие-то теории, смотреть какие-то ролики, разбираться, там, кто в нужном направлении, кто нет. Как бы, да, и ты уже двигаешься. Следующий замечательный этап – это просто воспользоваться навигатором. Ты ему говоришь, Чудновского, он такой, поехали. Вот эта зараза уже все карты в себя вложил, он уже все знает, он уже определил, где ты, и знает, где. Вот это персональный тренер с хорошим образованием. Он тебе уже поведет, вообще думать ничего не надо. Ты мне говори, что делать, я буду тренироваться, да, как бы. И он является не самым совершенным. Ровно потому, что есть еще целая куча факторов, находящихся вне зала, которые сильно влияют на то, как ты тренируешься. Потому что твои стрессы,
тренировочные, накладываются на общую стрессовую картину, адаптационные резервы едины. И ты, собственно, борешься со всеми стрессами, включая тренировочные, из одного большого бака вот этих твоих адаптационных резервов. Если ты этот бак исчерпаешь внетренировочными стрессами, то на тренировке у тебя ресурсов уже нет. И ты пришел, себя убил на тренировке, дополнительный стресс создал, нечем. И ты, грубо говоря, вместо получения адекватного тренировочного эффекта можешь в яму свалиться. Ну, перебор, да, может получиться. Поэтому надо еще анализировать твое состояние. Есть для этого определенные инструменты, медицина и все остальное. Это вот то, чем занимается в большом спорте. Они помогают тренеру не просто, так сказать, вести, а еще ориентироваться, как вот если аналогия с навигатором, ты можешь в пробочку приехать, да, маршрут-то правильный, только здесь, зараза, пробка, да, застой. Надо было вот здесь объехать, потому что здесь сегодня, да, плохо. Так вот просто человек, навигатор этого не знает, офлайн. А теперь есть онлайн, который еще и пробочным сервисом обладает. Так вот, пробочный сервис – это как раз тренер, который имеет обратную связь по состоянию человека с помощью определенных как бы, измерений, диагностик там, и тому подобное. Вот тут уже ведет, минуя перетренированность, анализируя состояние человека. Вот это идеальный вариант, который используется в том числе в большом спорте. Но применительно к нашей истории, к начинающим людям, принципиально важно – это получить азимут, и уже понимать, грубо говоря, куда двигаться. И тогда ты уже соседа на улице или кого-то там будешь спрашивать, или в зале, да, там специалисты, и уже будешь понимать, логичны ли его подсказки, по крайней мере. И уже будешь двигаться в более правильном направлении, по крайней мере, не будешь совершать движения в обратную сторону, глупости всякие. С каких упражнений стоит начинать? Есть ли смысл увлекаться базовыми упражнениями? Там? Хороший вопрос. На самом деле, некоторое время назад я бы на него ответил категорически утвердительно. Сейчас не так уверенно. Первое, если человек вообще никогда не занимался спортом, это разная история, кстати, надо смотреть о бэкграунде, что у человека, база какая. Если человек вообще не тренированный, то надо для начала немножко себя укрепить вообще. Надо просто ввести в себя в состояние, что ты умеешь тренироваться. Для этого, во-первых, подходит, как бы не было забавно, упражнения из арсенала, так называемого mind-body, сейчас очень любят, йога, пилатес и тому подобное. Они структурку выстраивают, они позвоночничек укрепляют, вот эти все глубокие мышцы, которые там есть. Да, надо сначала конструкцию собрать, чтобы она не была совсем рыхлой, потому что если ты, не дай бог, сунешься, грубо говоря, и что-то сделаешь не так, ты благополучно не готов еще и можешь травмироваться, и можешь себе, грубо говоря, навредить. Неплохо было бы сначала тельце подготовить к тому, что будет. И поэтому, конечно, есть определенный вводный период, в котором многие тренеры работают буквально практически без весов вообще. То есть сначала человека просто укрепляют. Это вот как раз упражнения, связанные, там, не знаю, там планки там держат там какие-то, да, там спинку стоят. Упражнения без веса там, из области, из арсенала пилатес и тому подобное. Надо немножко собрать конструкцию, чтобы она была готова. После чего уже переходить к упражнениям, связанным с отягощениями. Критически важно обращать внимание на технику, чтобы она не была травмоопасной, потому что, в общем-то, есть нюансы. Возможно ли самому сделать технику там, той же становой тяги так, чтобы не покалечиться? Значит, сам я не являюсь специалистом становой тяги, потому что делал в своей жизни очень мало тренировок, так сложилось, да, там, но интуитивно понимаю, что даже серьезного уровня спортсмена, как правило, тренируются с тем, что кто-то смотрит со стороны. И реально плоховато себя чувствуешь. Наверняка и в мире единоборств, это очень понимаемая история, грубо говоря, все равно очень неплохо иметь человека со стороны. Сейчас очень много шуток по этому поводу, особенно из-за границы. Общаюсь когда с мастерами. Называется это YouTube Sensei. То есть, когда люди насмотрелись каких-то видео в интернете и считают, что они что-то умеют. Вот это абсолютно не так. То есть, все-таки передача вот это вот от человека к человеку. Взгляд со стороны крайне важен, потому что реально не понимаешь. Люди с хорошим стажем, реально будучи мастерами спорта, я сам наблюдаю это регулярно на тренировках, очень часто тренируются с товарищами, которые помогают контролировать технику. У человека за спиной 10 лет тренировок, у него уже там вколочено на уровне чуть ли не рефлекса это движение, все равно смотрят, вот, чтобы там подсказать какие-то вещи, там, потому что вот надо подглядывать. Точно так же я сколько раз общался с серьезными бойцами, школой занимаются регулярно, невзирая на то, что у него за спиной там, он там чемпион мира и Европы, как бы, да, он все равно занимается базовыми вещами и делает это в том числе под присмотром тренера, как бы, да, и в общем это не зря. Поэтому самостоятельно поставить технику реально сложно. И, конечно, лучше это делать, чтобы кто-то приглядывал из реальных специалистов. Причем там нюансов-то хреново куча. Приезжал в свое время Миша Кокляев, там в Питере проводил семинар по становой тяге как раз. Я ходил, смотрел. Ну, реально много очень нюансов. Это такое было большое занятие. Я не помню, сколько оно шло, наверное, часа полтора. И он много нюансов показывал. И было совершенно четко понятно, что это реально важные нюансы. И люди, которые сидели,
пришедшие туда именно спортсмены выступающие, очевидно, для себя многое очень почерпнули. При том, что они вовсе не были новичками. То есть нюансов, конечно, много. И, конечно, такие, казалось бы, простые с виду вещи все равно надо как бы ставить. Тем более, что, например, техника выполнения упражнений здорово зависит от анатомии. Человек с разными соотношениями длин конечностей, туловища и тому подобное выполняет по-разному целый ряд упражнений. И, грубо говоря, одному так хорошо, другому эдак. Есть много нюансов. Конечно, тут нужен грамотный специалист. Есть какие-то базовые вещи, ну, типа, что спину не надо держать горбом, ну, такие очевидные, да, там, чтобы вот именно не травмировать. Но для прогресса, для потенциала и всего остального уже вылезает целая куча нюансов, которые, например, я не берусь комментировать, потому что не являюсь специалистом. Ну, то же самое, там, тягу или присед, уже даже, собственно, и не сунусь там советовать, кроме каких-то основных вещей. Да даже и в жиме, на самом деле, я никогда не занимался так, как правильно. Я всегда жал свое удовольствие, поэтому я тоже небольшой специалист. Может быть, это и правильно. Для меня может быть. Ну, по крайней мере, вот то, что было там, то было. Как бы я получал кайф от процесса тренировок, там что-то выступал, слава богу. Но и то я бы вот не стал быть наставником, там, кого-то обучать, надо жать так или эдак. Потому что, ну, конечно, я не погружался глубоко вот в эти все правильные техники с точки зрения пауэрлифтинга классического. А если не ударяться в классические, в базовые вещи, какими упражнениями лучше работать для начинающих? На самом деле, что подразумевает под словом «базовое»? Да? Обычно под словом «базовое» подразумевает упражнения многосуставные. То есть, где работает много суставов, много мышечных групп работает, и все остальное. Вот, на мой взгляд, оно все равно наиболее эффективное. Это не обязательно должен быть присед или там жим там, или и тяга, там, да, там, подтягивания те же самые. Много работает одновременно суставов, мышц и все остальное. Там, отжимания на брусьях, там, то же самое, вперед. Там, жимы какие-то ногами или еще что-то. На самом деле, работа большого количества мышечных групп и одновременно большого количества, так сказать, вот, суставов и все остальное, это хорошая работа, которая дает тебе возможность очень прилично нагрузить организм, создать для него приличный стресс и сразу много мышечных групп, собственно, тренировать. Я, когда там начинал тренировки, я вообще практически не использовал изоляцию. Мы долгое время, ну, дополнительных вспомогательных упражнений, типа там чисто бицепс, чисто трицепс, вообще этого не делали. И вполне себе нормально прогрессировали, по крайней мере, поначалу, потому что это, конечно, важнее. Конструкцию общую собрать и, грубо говоря, работать. А уже все эти дополнительные изолирующие упражнения, это вещь уже такая, и вообще можно практически без них жить. Ну, к примеру, да, из своего арсенала. Я когда выступал, много-много лет там выступал в жиме лежа, в тот момент я ноги почти не тренировал из-за коленки, из-за своей сломанной. В общем, у меня было там две тренировки в неделю. Я такой поймал вид спорта для ленивых, где можно было очень мало тренироваться. Вот. И у меня объемы тренировочные были очень маленькие. Я на самом деле, если говорить вот просто четко, да, у меня были 2-3 рабочих подхода в жиме лежа, все. После этого я делал один рабочий подход, один, в каком-то вспомогательном упражнении, типа жима сидя в станке Смита. И все. На этом тренировка заканчивалась. Вся тренировка выступающего спортсмена. Ну как бы, да. Просто один и второй рабочий подход были до хорошего отказа. Это реально, да. Я выкладывался при этом так, что мне хватало. У меня и мышцы болели после этого, и прогресс был, и все остальное. Никто не верил, там, с кем я общался, там, большие объемы совершали, там, тренировочные, все. А я вот так тренировался. Я не делал подсобки больше практически никакой, кроме там одного, как правило, подхода в дополнительном упражнении. Это я, естественно, не считаю разминочной. Ну, для того, чтобы дойти до этого подхода, где ты выложишься до отказа, естественно, надо сначала себя подготовить. И разминочный подход, второй, третий, четвертый, в зависимости от рабочего веса, их может быть несколько, как бы, да. Но они все делаются не до упора, это именно для разогрева, чтобы суставы подготовить и к весу подготовиться, организм настроить на эту работу. А потом ты делаешь рабочий подход один, рабочий подход второй, и все, тренировка закончена, да. Никаких там бицепсов, трицепсов, шмицепсов я не делал вообще. Я не могу сказать, чтобы у меня рук не было, как бы, да, у меня и бицепсы были, и трицепсы были, и все. Я не делал практически вообще ничего. В другую тренировку иногда там я делал отжимания на брусьях еще, да, вот тогда использовал. Вот одну там, например, сидя жал Смита, ну, там, на дельта, как бы, ну, такой жим. А второй, типа, отжимания на брусьях включал периодически. Я тоже один рабочий подход, ну, с грузом, с дополнительным хрязь там сделал, все. И у меня вот такие были тренировки. Бицепс я вообще не тренировал. Потом я стал иногда включать бицепс, потому что мне сказали, что, собственно, бицепс нужен, в том числе в жиме, потому что вот пока опускаешь, там штангу контролируешь, упирает, ну, в общем, вроде бы надо. Я стал делать. Как правило, это было порядка 1-2 рабочих подхода в неделю.
Это либо на одну тренировку я делал один рабочий подход, либо иногда вторую тренировку делал один рабочий подход. Один рабочий подход на все, что я делал. Я сейчас так тренирую бицепс. У меня одна тренировка на бицепс в неделю. И это один, максимум два рабочих подхода. Все. Никаких там больших объемных тренировок нет. На дельте я делаю один, максимум два рабочих подхода в неделю. Ты как-то говорил, что у тебя жим в том числе пошел после того, как ты начал подтягиваться, если я не ошибаюсь. Подтягивание, да. Вот. Я на каком-то этапе включил подтягивание. Я не могу сказать, чтобы я заметил ощутимую прибавку в жиме. Я просто послушал тогда о том, что это полезно. Вот. И я решил, что надо попробовать включить. И самое что интересное, что я потом решил, что подтягиваться вообще неплохо. Ну, как-то немножко уметь, да, там, ну, просто такой навык иметь. И когда у меня сын родился, я начал как бы ему рассказывать, давай-ка учись подтягиваться. К тому моменту у меня был приличный перерыв. Я решил ему показать, залез и как-то там неуверенно потянулся раз 12, по-моему, и понял, что это не очень хорошо как-то. И опять включил это в арсенал тренировочный. И потом на много лет у меня там присутствовал. А сейчас сколько подтягиваешь? Слушай, а сейчас у меня болит плечо, я реально уже, наверное, около года вообще не подтягивался. Я только тягу верхнего блока делал очень аккуратненько. Но я думаю, что я залезу и там, ну, какие-нибудь там 15, может, 20 раз даже вылезу. Просто реально больно. Вот болит, зараза, мешает и все. И из-за этого у меня это хроника, которую там, я приобрел там, буквально на втором году занятий, ей уже больше 30 лет, как бы. И она периодически там похуже, получше, но с ней живу. Мешает. Да. Так вот, подтягивание. Включил. Сейчас у меня есть в арсенале, у меня тренировка сейчас строится следующим образом. Мои две основные тренировки, как бы, не вчера, а третья, у меня это ноги. Я делаю один раз в неделю некие ноги, да, и в рамках этой тренировки я делаю бицепс. Это вот один раз в неделю у меня ноги и бицепс, как бы, да. Вот такая промежуточная, в среду обычно. А в понедельник и в пятницу я жму. Так вот, один из этих дней я жму узким хватом, те же самые два, максимум три подхода. И перемежаю их, сейчас вот не подтягиваюсь, я раньше подтягивался, да, но сейчас я просто тяну верхний блок, иду и тяну верхний блок. Ну, тоже там работаю с полным стеком, там, да, у нас сейчас там 130 килограмм висит, ну, по сути, близко к тому же самому подтягиванию, да, там сейчас даже больше, чем я вешу, как бы, ну, в общем, просто не подтягивание, а там покомфортнее, немножко не так провалишься, поаккуратнее получается, и не так плечу больно, там, хватом, причем сейчас таким, что-то заметил, что пошире хват, больнее. Ну вот, такое смешное движение какое-то делаю такое, ну, так вот тяну. Ну, в общем, и я перемежаю, я делаю подход-жим, подход-туда, подход-жим, подход-туда, подход-жим, подход-туда. Причем начинаю я тянуть с разминочных, и поэтому их там с приличным весом получается даже больше, чем жимовых. Хотя вроде тренировка на жим, но на блоке получается их побольше. Я начинаю там со 100, 120, потом 130, и, грубо говоря, при том, что когда на станге еще там разминочный вес, я 60 пожал, пошел туда, 100 пожал, пошел туда, добавил. И то есть, грубо говоря, я дошел до рабочего, а там уже сделал тоже уже там подходов даже побольше получается. Но они, правда, такие, как правило, все-таки с неким запасом. Последние только обычно делаю, там, такой тяжелый. И вот эта вся тренировка закончилась. Ну, сейчас я, правда, еще там периодически делаю гиперэкстензии, да, тоже нерегулярно, но там для тонуса, для спины. Вот. И что еще делаю? А такие методы, как суперсеты, там, вот это вот можно считать суперсетом, когда ты делаешь? Нет, она через паузу делается. То есть я отдыхаю. Да, я отдыхаю, я восстанавливаю дыхание, я закончил подход, спокойно там подышал. Это может занимать 3-4 минуты, я до туда дошел, я уже дыхание восстановил, все, сделал там подход, вернулся. Это моя история была подсмотрена где-то, я ее применил и осознал, пропустил через себя. Я таким образом даю себе большое время отдыха между основными своими подходами, ну, типа жимовыми, я реально долго отдыхаю всегда. Но если просто долго отдыхать, то сидишь и остываешь. Ты реально весь уже остывший. И пульс в ноль, ну, грубо говоря, фактически возвращается, и ты холодный. А тут ты делаешь промежуточный подход, благодаря чему ты и пульсик немножко в рабочей зоне дольше поддерживаешь, и теплый, как бы, да, и все время в состоянии какой-то работы. Но пауза между подходами именно в твоей вот основной тренировке, она все равно большая. Там получается, там, я думаю, минут 7, наверное, 8. Ну, так бы ты просто тупо сидел, а ты за это время еще подходик сделал, как бы, да, и побольше поворочил, грубо говоря, железяк, тоннаж побольше, и ко всему, и рабочее состояние более такое все время у тебя, ты не остываешь, как бы, да, вот для этого в основном. Ну, что интересно, мышцы-антагонисты во время такой тренировки, когда тренируешь, они никак не мешают тебе основной работе, чуть ли не лучше. То есть я, например, если тупо пассивный отдых между подходами, или я его заполняю вот этим подходом на там, тягу блока, например, да,
то я жму следующий подход ничуть не хуже, чем если бы я просто отдыхал, а иногда ощущение, что лучше даже. То есть вот эти промежуточные подходы, они никак не мешают основной тренировке. Это очень интересная такая получается история. Поэтому у меня две похожие тренировки, просто одна из них я узким хватом жму, а другая типа широким. И как бы я все пытаюсь себя заставить узким хватом воспринимать как легкую тренировку, делать не до конца, но как-то в последние годы не получается. Ясно. Слушай, а вот по поводу многосуставных упражнений, как рассчитывать период восстановления, если мы нагружаем ну, либо несколько групп мышц, либо вообще все группы мышц? Как вот выстроить вот этот период, чтобы потом еще и восстановиться, там сколько, недели, раз, как часто это, как значит, это можно сделать? Ну, если ответить одним словом, хрен знает, как бы. Вот-вот-вот. Значит, ну, точнее, двумя, да. Значит, можно в одно слово написать. Да. Вот, я думаю, что если брать такие... Это из практики, из лифтерской, как бы, да, и зависит от того, какие действительно упражнения и срок восстановления. Если, например, брали приседы, то такой тяжелый присед раньше, чем через неделю, делать вообще практически плохо получалось. Ну вот реально, как бы неделя была, это вот такой реально пойманный был период, что... А и не сможешь. Ну, тяжеловато, да. И делали тренировки на присед, но другие, которые, по сути, являются вот именно таким неким вариантом, может быть, восстановить на тренировке. А если брать становую тягу, то большая часть людей, которые серьезно этим занималась, говорят, что интенсивная, хорошая тренировка в становой тяге требует чуть ли не 10 дней отдыха. То есть еще сложнее. Вот. А жим вроде бы побыстрее. Да? Но вот я вот говорил, что был у меня период, когда я тяжело жал раз в неделю, второй раз это была такая полегче тренировка, и у меня было неплохо все. К тому моменту я уже не приседал, поэтому я вот такие вещи уже с приседами не экспериментировал. На тренировке присед у нас были немножко разные, как бы, да, то есть не было там одинаково. Одна была на больших повторах, другая на поменьших. Мы так вот чередовали, то есть одна на побольших весах, а другая на побольших повторениях, как бы, ну, вот такие были разные. Думаю, что в определенной степени работа на побольше повторений была неким вариантом той тренировки, при которой ты не сильно разрушал сократительные мышечные структуры. Все-таки вес не такой большой, и ты себя не так насиловал. Плюс наверняка не так нагружал центральную нервную систему, потому что работа многоповторная, мне кажется, для центральной нервной системы менее тяжелая. Ты все-таки не так истощаешь ее. Мне все-таки кажется, что вот большой электрический сигнал в этом усилителе, он его рушит больше, чем как бы долгая работа на номинальном сигнале, который посылает. Ему, наверное, не так тяжело. Вот. По поводу статодинамики и творчества Силуянова, что можешь сказать? Я знаю, ты пробовал. Пробовал. Не поймал так, чтобы это меня торкнуло, и я пошел в этом направлении, стал активно использовать. Сейчас давно не делал, честно говоря. И периодически в голову приходит, и, наверное, буду делать. Она прикольна чем? Она, во-первых, совершенно другая. И это тоже иногда здорово, потому что ты к чему-то одному все время привыкаешь, а тут хоп, некое разнообразие. Второе, вот там Стас Линдовер, как бы, знаешь такого там товарища, значит, известный парень, там, толковый парняга, очень тренер, и там семинаров кучу проводит, и все. Он сейчас активно этим занимается. Он в силу ряда обстоятельств, там, связанных с его собственным здоровьем, вынужден был искать тренинги для того, чтобы не было скачков давления артериального и пульса. И он говорит, что статодинамика помогает ему решать эти вопросы, что типа мышцы тренируются, а вроде как давление растет. Я пробовал, я проводил тренировки со статодинамикой, в том числе с измерением давления. Я вообще проводил целый ряд тренировок силовых. С измерением я тонометр с собой брал в зал, и после каждого подхода трусцой бежал в зал, в смысле в тренерскую, и мерил там, да, там. Действительно не растет давление, и пульсик реально мало растет. Но что интересно, он на самом деле не сильно растет и от обычных силовых подходов. И то, и другое. И пульс, в общем-то, особо не поднимается. На самых силовых подходах, когда глаза из орбит, но если ты, например, работаешь в диапазоне порядка 10 повторений, ну так, он просто не успевает разогнаться. И я помню, я делал такие подходы, когда я вставал, у меня в глазах было темно. Ну вот реально выложился так, потому что из последних сил уже... встаешь со скамейки, тишь, допилил до туда. Понятно, что пока идешь, давление, грубо говоря, немножко успевает упасть. Но когда садишься, запускаешь этот аппарат, то он показывает, там, ну не знаю, может 160. То есть никаких там сверхъестественных цифр я не встретил. Наверное, в момент подхода побольше, конечно, да. А по пульсу, это вообще было интересно, что я с пульсометра тренировался, и понимаешь, что он не успевает разогнаться даже до 150. То есть ничего там вообще не происходит. Да, там цифры небольшие. А более того, через минуту он уже вообще там 130, а потом 120. И вообще все остальное время ты, грубо говоря, сидишь на невысоком пульсе. Почему?
тренировка, если смотреть пульсограмму силовую, она выглядит, как будто дурака валяешь. Вот с точки зрения всех фитнес, вот этих анализаторов тренировочного процесса, силовая тренировка, когда ты с пульсометра тренируешься, воспринимается, как будто вообще ничего не делал. Ну, потому что пульс маленький, реально. Средний пульс очень невысокий, как бы. Поэтому статодинамика, наверное, вот для этих вещей неплохая. Силуян уже ее в том числе изобретал как система изотон, которая нужна для людей вот, с проблемами со здоровьем, как бы для реабилитации, там, для людей наверняка с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому, наверное, интересно. Я такого эффекта, что типа прям что-то поперло, не заметил. Но мышцы болят после нее, хотя работаешь со смехотворными весами, и просто реально комично выглядит, когда ты там погибаешь под какой-то там вообще штанги, которой в руках нет, как бы, да. Но режим очень непростой. И, кстати говоря, он психологически не так прост, как кажется. Она вроде бы и небольшая тренировка, вроде бы, но терпеть-то приходится, но очень некомфортно. И я там, когда мы снимали эти ролики, там тоже отметил для себя, очень начинаешь понимать такое понятие, как относительность времени. Вот 40 секунд работы и 40 секунд паузы какие-то очень разные. 40 секунд работы кажутся бесконечными, 40 секунд паузы, думаешь, собака, как же они быстро полетели. Некомфортно, да. Хотя, ну, есть прикол какой-то в этом, да. Интересно. А как думаешь, как есть смысл менять систему тренировок? Да? Ну, то есть, насколько часто пробовать там что-то новое и как вот вообще это вносить? Тоже крайне непростой вопрос, на которого нет единого ответа. Чаще всего люди говорят, и вроде бы в этом есть определенная логика, что надо бы регулярно организм удивлять. И это вот как раз к тому, о чем я говорил в самом начале, о том, что организм должен сталкиваться с некими трудностями, которые должны его пугать. И если он сталкивается с какой-то ситуацией многократно, то он перестает ее бояться, и хрен ли ему себя там менять, если он так с ней справляется. Да? И логика это присутствует. Но есть целый ряд спортсменов, которые в тренировочном процессе за время, так сказать, своих выступлений не меняют ничего годами и умудряются прогрессировать. Одним из таких спортсменов был я. Я, например, когда тренировался, выступал в жиме лежа, это был долгий период времени, моя тренировочная программа на протяжении последних лет не менялась вообще. И менялась она только к соревнованиям, и исключительно за счет того, что я увеличивал веса, готовя себя к большим весам, сокращая повторения. То есть такой как бы силовой был курс, я побольше вешаю, и, естественно, меньше повторений получается. Да? Потом еще побольше, да, и подошел к соревнованиям, закончил незадолго до соревнований на два повторения, вышел, да, там на один я уже даже не делал, проходки я делал, не считаю, что не нужно вообще делать. И вот это была единственная вариативность, а все остальное, набор упражнений, грубо говоря, последовательность их, объем тренировочный вообще не менялся годами, и я при этом умудрялся прогрессировать. Психологически не тяжело одно и то же? Да нет, потому что очень короткие тренировки. Не успеваешь, ну да, есть. Не успеваю. Ясно, хорошо, спасибо огромное, очень было интересно. На этом пока все, до новых встреч. Всем пока.